Но один романс такой сюжетный. Душераздирающий. Сочинен для человека такого прошлого интеллигента, который исполняет романс в пригородной электричке со шляпой в дрожащей руке. С надрывом, нарастающим от вагона к вагону. Петр Палыч ходил на работу, и не знал Петр Палыч того, что буквально всего через квартал Анна Дмитриевна жила от него. Петр Палыч любил хризантемы и к зубному ходил на прием. Анна Дмитриевна писала поэмы каждый вечер гусиным пером. Петр Палыч завел себе дога, Анна Дмитриевна купила ежа. Петр Палыч был лысым немного, Анна Дмитриевна как роза свежа. И скажите, как больно, обидно, что у них ничего не сбылось. Петр Палыч и Анна Дмитриевна так все время и прожили врозь. Петр Палыч, Анна Дмитриевна.